Понятно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. То матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. На что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты.
уверена, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Важно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Важно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Важно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Важно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Важно, что матч состоится в любую погоду. Выйдут на матч хозяин. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Посмотрим на состав Ювентуса. Соперник решил.